Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходов Алексей. Сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вначале вводный технико-экономический вебинар, и затем уже будет расширенный. То есть с актуальными новостями, с актуальными взглядами, наложением текущей ситуации в мире технологий, текущими экономическими процессами, естественно, новостями внутри компании, естественно, то, что нас ожидает, естественно, то, что прошло уже за неделю, потому что у нас в неделю уже проходит, если раньше на первых этапах у нас такие события ожидались месяцами, то сейчас действительно за неделю может пройти одно-два события, а то и пять событий иногда, которые раньше случались раз в месяц, либо раз в два месяца. Это неспроста, дорогие друзья, потому что мы сейчас находимся уже на восьмом этапе. И для тех, кто только присоединился к проекту Skyway, соответственно, я прошу проголосовать. Если вы в первый раз присутствуете, просто проголосуйте под номером 1. Если кто-то не умеет голосовать, поставьте нолик в чате. И, естественно, вводные технико-экономические вебинары, которые плавно переходят на расширенные, у нас ориентированы на тех людей, кто только погружается в проект Skyway. И все мы когда-то были в числе этих людей. Сергей Анатольевич, второй спикер этого вебинара, бывший чиновник, макроэкономист, ныне также и практикующий футуролог, как вот и я, то есть мы занимаемся именно видением, насколько будущее преобразится и станет более мощным, насколько мир сильнее изменится именно с применением инженерно-технической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть это прорывная технология, прорывная школа, которая, к слову, даст и миллионы рабочих мест. Мы вот на дневном вебинаре это освещали, как минимум миллионы рабочих мест. Ну и также я думаю, что и новую систему образования, как сегодня обучаются программисты, дорогие друзья, и это является одной из самых прибыльных профессий, одной из самых мобильных профессий. То есть действительно человек, который владеет IT-индустрией, так как мы живем в эпоху пятого технологического уклада, и, соответственно, это IT, телекоммуникации, и переходим сейчас плавно уже на шестой технологический уклад, основой которого, на наш взгляд, будет, естественно, проект Skyway, технология Skyway, сеть Transnet. И да, будут еще сопутствующие технологии, но всегда есть ядро, всегда есть основа. И на наш взгляд, на взгляд приверженцев школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, инженерной технической высшей школы, мы считаем, что именно как когда-то ядром и эгрегором, так скажем, пятого технологического уклада стал интернет, а интернет вообще появился как сеть связки научных учреждений, именно вот военно-промышленного комплекса США, агент стратегических инициатив DARPA, причем также еще потом были изобретатели дополнительные протокола HTTP, потом HTTPS и так далее и тому подобное. И, дорогие друзья, действительно, это эволюция, и интернет, можно сказать, что рождался десятилетиями. Также я вам сегодня еще один пример приведу, который в недавнем времени я узнал и был действительно удивлен и поражен, насколько долго развивалось цифровое телевидение. Но 39 лет сейчас развивается технология Skyway, и какой прорыв был совершен за 3 года, дорогие друзья, никто этого никогда не делал. И сегодня многие процессы, дорогие друзья, несмотря на все развитие IT-инфраструктуры, происходят действительно фактически мгновенно и будут происходить еще быстрее. Карты памяти стали у нас уже не 256 мегабайт, а, соответственно, 1 терабайт уже SanDisk выпустили. И все развивается, но транспорт, к сожалению, остается на том же месте и на том же этапе. То есть это перемещение. В среднем железнодорожный транспорт, дай бог, чуть больше
10 км в час, 25 км в час. Это самый высокоэффективный городской пассажирский транспорт. И, собственно, московское метро является одним из эффективных средств передвижения. Если кому-то кажется, что быстро мы передвигаемся в метро, это не так. Создается такая иллюзия, потому что стенки располагаются близко к вагону. И создается ощущение действительно такого скоростного перемещения. Но это далеко не скоростное перемещение. Но на сегодняшний день в таких мегаполисах, как Москва, как другие именитые русские мегаполисы, перегруженные транспортом, это является одним из основных средств передвижения. Даже вы прекрасно знаете, что люди оставляют машины, чтобы максимально быстро переместиться из точки А в точку Б. И в конце этого вводного вебинара мы поставим мнение одного из экспертов научного мира Украины. И тут вообще, вот, тем более, это никак никто не может обвинить, что это как-то подстроено, что это заказано. Человек от чистой души, причем он является нашим инвестором, так же, как и нашим инвестором на определенную сумму является и Ротхук, который сейчас возглавляет один из людей, который входит в совет директоров Skyway Transport Australia. И, собственно, этот человек также с Крыма инвестировал, я оговорился, возможно, с Украины, с Крыма, естественно, инвестировал и сейчас уже пиарит и лоббирует и пропагандирует технологию на телевидении, не скрывая того, что ему нравится технология Skyway и то, что он желает ее развивать. И весь этот путь, дорогие друзья, развития технологии Skyway начался не в 2013 году, это началось в далеких, в 70-х годах. И в 88-м году на международной конференции по неракетной индустриализации в ближнем космосе Анатолий Эдуардович представил в Гомеле, также это была одна из республик, соответственно, Советского Союза на тот момент, и была представлена ни много ни мало целая планетарная система, которая на тот момент могла еще спасти человечество от тех эффектов изменения климата, которые мы сейчас наблюдаем, и вынести промышленность всю в открытый космос. Я думаю, если бы тогда начали бы задумываться об этом, если бы государства объединились, страны объединились, как в недавнем времени на Парижском соглашении была подписана, на Парижской конвенции ООН было подписано соглашение Парижское об изменении климата, там больше 130 стран это соглашение подписало. Вот если бы такой союз действительно сподвижников и тех стран, которые поддерживают технологию, которая может спасти все человечество, образовался тогда, то, возможно, в наши дни мы бы довольствовались не только интернетом и возможностью совершать мгновенно денежные переводы. Сейчас криптовалюта вовсю развивается, то есть это, и, естественно, никого не удивите абсолютно оптоволоконной связью и так далее и тому подобное. То есть это все аргументы, как говорит Сергей Анатольевич, доказывающие то, что мир изменился за 10 лет до неузнаваемости, а с применением технологии Skyway в ближайшие и следующие 10 лет он изменится еще больше. Так вот, уже теоретически человечество могло подойти к завершению строительства, я думаю, общепланетного транспортного средства. Но время еще не пришло, дорогие друзья, но обязательно придет. Это наша веха высшая, так скажем, потому что это уже не шестой технологический уклад, даже это седьмой технологический уклад. То есть освоение ближнего космоса и вынос промышленности в открытый космос. Более того, с этой космической программой можно также и изменять состав озонового слоя, лечить озоновые дыры, которые сейчас в большом количестве представлены, соответственно, в нашем современном мире. Но, дорогие друзья, естественно, кому-то покажется этой фантастикой, но мы не можем об этом не говорить, так как это не то, что наша история, это наше будущее, это дорожная карта, что будет происходить через 20-25 лет с технологией Skyway. То есть это для понимания, что мы далеко не на транспорте только основываемся,
но и более серьезная технология, которая основывается, соответственно, на струнном транспорте Skyway, и ее невозможно создать, дорогие друзья, если не будет испытаны все поколения, которые мы заложили, и первое поколение, технические прогоны, именно ежедневные ходовые испытания были начаты для Unibike 28 ноября. И действительно легкий прогулочный транспорт у нас уже вовсю на экотехнопарке ездит. Но в 2000-х годах, дорогие друзья, ни о каком юнибайке еще невозможно было мечтать, потому что тогда только демонстрировалось второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И технопарк на тот момент в городе Озера, располагающийся, был организован с помощью финансирования Лебедя Александра Ивановича, который, в свою очередь, познакомился с сибиряком Сергеем Анатольевичем случайно в самолете. Как сегодня, я думаю, абсолютно привычно, многие знакомства происходят случайно где-то, и люди по 500, по 1000 человек в день присоединяются в качестве зарегистрировавшихся, в качестве инвестировавших в проект Skyway, повторюсь, каждый день. Не побоюсь этого слова, дорогие друзья. И эта история. История то, что Сергей Иванович Морозов представлял проект Skyway в 2009 году на Госсовете по инновациям и спецразвитию, так скажем, Российской Федерации. На тот момент можно было еще избавиться от наркозависимости нефтью и не зависеть сегодня в качестве курса рубля по отношению к доллару в зависимости от того, падает либо растет нефть. Да, тогда можно было исправить, как я говорил, в конце 70-х, в конце 80-х годов можно было понять и принять и начать реализовывать общепланетное транспортное средство, но, естественно, подобные технологии, дорогие друзья, они проходят огонь, воду и медные трубы, действительно много препонов, препятствий, много противников и приобретает одновременно много сподвижников. И я хотел бы сравнить развитие нашей компании, вот если кому-то кажется, 39 лет назад начала развиваться технология Skyway, то цифровое телевидение, которое именно вот высокого, четкого качества, HDTV, которым мы сегодня пользуемся, и фактически каждый телевизор сейчас, никого не удивишь, HDTV, Full HD и так далее, сейчас уже 4К, то есть самое высшее качество появилось, но развивалось это направление более 20 лет, дорогие друзья. И были сформированы определенные команды, организации. Много было противников внедрения стандарта цифрового телевидения высокого качества. Противником в первую очередь было аналоговое телевидение. И японцы создали свою модель цифрового телевидения. Оно было не такого высокого качества. Они сделали выбор остаться на той же ступени, на той же вехе развития. И США в свое время за 20 лет совершили прорыв. И знаете, может быть, такую компанию, как Cisco, сейчас на тот момент по-другому называлась компания. И генеральный директор ныне этой компании организовал вот этот действительно новый стандарт широкоформатного вещания. Сейчас он принят. Европа тоже не сразу принимала. И почему я это говорю, дорогие друзья? Потому что нашу технологию сейчас тоже, возможно, не все будут сразу сертифицировать, но те страны, которые уже желают это сделать, это наш будущий потенциал и наши будущие дивиденды. И главный вопрос, вообще, от откуда будет прибыль, от тех активов, которые я сегодня приобретаю. Ну и на чем хотел остановиться, дорогие друзья, это то, что также вот не случайно были все эти трудности и даже вот такое серьезное мошенничество со стороны Узлова и рейдерский захват в Австралии в свое время. Опять же, мы могли уже жить при том времени, что кольцевая дорога вокруг Австралии была бы построена. Может быть, Лондон-Токио был построен маршрут Москва-Минск-Париж там, и так далее и тому подобное. Все это было описано. Рекомендую новичкам посмотреть
струнные дороги на Земле и в космосе, небесные дороги Юницкого, книжку прочитать, которую замечательный белорусский автор написал. Это действительно автобиографическая с элементами фантастики книжка, которая повествует о прошлом компании Skyway. Но третья веха, так скажем, это 2013 год. Анатолий Эдуардович доказал, и сейчас мы все прекрасно понимаем, что математическая, экономическая модель, выбранная инженером, и инженер еще раз доказал, еще раз, так скажем, что не только технические дисциплины подвластны инженерному уму, но и экономически рассчитал и создал схему народного краудинвестинга, точнее народного финансирования и краудинвестинга, не краудфандинга, когда люди могут инвестировать, получить какой-то конечный продукт, а стать ни много ни мало совладельцами всей технологии Skyway. И это великая возможность, дорогие друзья, потому что тот, кто сегодня инвестирует, тот, кто инвестировал в 2013 году, я думаю, дискаунты все помнят, и это было великолепное время за дело. Я лично инвестировал, до сих пор продолжаю инвестировать, потому что обязательства международной компании Skyway и в будущем акций много не бывает. И сегодня более 700 тысяч людей доверились, даже просто зарегистрировавшись в личном кабинете, свое время в первую очередь проекту Skyway, и более 121 тысячи людей инвестируют ежемесячно. Ну, для того, чтобы понимать, насколько это большой потенциал, мы смогли сделать и совершить тот рывок, допустим, демонстрации юнибайка, то есть это легкий прогулочный транспорт, затраты энергии могут значительно превзойти все имеющиеся на сегодняшний день электромобили, все имеющиеся на сегодняшний день ноу-хау. Если переводить на топливный эквивалент, то это 0,35 литров на 100 километров. Если вы покрутите педали элементарно, будете осуществлять кардионагрузку, то, соответственно, 1,5 киловатта вы сможете запитать и проехать достаточное расстояние до вашего дома или места работы. Об этом мы, естественно, поговорим более подробно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Многие понимают, что сегодня мы пользуемся скайпом, и это бесплатное средство связи, и хотелось бы, чтобы транспорт также стремился по своей стоимости проезда к минимуму. Транспорт Skyway – это и есть такое средство передвижения. Он будет доступен абсолютно для всех социальных слоев и будет абсолютно безопасным, дешевым, комфортным и экологичным средством передвижения, каких доселе мир действительно не видывал. И об этом еще раз повторит мои слова уже научные деятели высшего звена Крыма. Вот действительно спонтанно, и активисты, которые прорабатывают по Крыму, в особенности Григорий Михайлович Мирошниченко, сбросили это видео, и никто не просил человека этого делать, и действительно замечательно, что это уже на телевидении открыто так говорится, как когда-то Сергей Иванович Морозов представил Дмитрию Анатольевичу Медведеву в далеком 2009 году уже технологию. Если говорить про технические аспекты, технические характеристики, это вводный вебинар, дорогие друзья, и стоит помнить, что буква А в азбуке Skyway — это аэродинамика, то есть коэффициент аэродинамического сопротивления, допустим, у Bugatti Veyron 0,35, у Mercedes Coupe GLC 0,25, это более такое современное транспортное средство, то есть такой уже полуэлитный спорткар считается. И наш высокоскоростной подвижной состав «Юнилёт», который полетит уже по технической документации и так далее, я думаю, что до конца 2017. Не только по технической документации, дорогие друзья, она большей части уже подготовлена. Уже монтируются даже фермы на экотехнопарке. И фермы действительно смогут принять уже в 2018 году данный высокоскоростной подвижной состав с аэродинамикой в десятки раз превышающие современные спорткары. Если говорить, допустим, про
городской пассажирский транспорт, то, дорогие друзья, ни один Икарус, ни одна маршрутка не могут позавидовать такой аэродинамике, которую имеет наш Юнибус. То есть это 0,1 с лишним процентов коэффициента аэродинамического сопротивления. Это действительно очень серьезный показатель. Ни один автомобиль на сегодняшний день не имеет такой показатель. Естественно, это благодаря тому, что в первую очередь увеличивается аэродинамика в два раза в транспорте, который перемещается на втором уровне. То есть перемещается в отрыве над землей. И без опрокидывающего момента возникающего, без эффекта крыла так называемого, соответственно, затраты как топлива, так и энергии при эксплуатации минимальны, дорогие друзья. То есть это действительно несравнимо с малолитражками, и наша нефтяная сфера и газовая сфера, потому что газовое топливо тоже используется, вздохнет, естественно, это не понравится нефтяным магнатам и так далее, но технологический прогресс никого не спрашивает, это естественный технологический отбор, как я называю, и распределит время, естественно, никто не может остановить время идеи, которое пришло, а как раз таки технология Skyway — это та идея, которая пришла. Основа — это струнный рельс, дорогие друзья, это предварительно напряженная, неразрезная конструкция, преднапряженная и закрепленная на концах анкерных опор, которые могут являться и зданиями, высотными, и малоэтажными, и принимать на себя нагрузку до нескольких сотен, а даже тысяч тонн. То есть это колоссальная нагрузка, дорогие друзья, и этому на сегодняшний день не могут даже позавидовать многие мосты. То есть это абсолютно долговечная путевая структура, и как минимум как мост обычный вантовый будет стоять путевая структура, то есть больше века. Движение будет абсолютно комфортное, потому что это ровная, гладкая поверхность пути. И это, дорогие друзья, мы уже демонстрируем. Не имели бы смысла никакого мои слова, и это было бы все фикция, это было бы все, возможно, даже использовать такой термин, как введение заблуждения, подготовленные спикеры и так далее, если бы не было конкретного инновационного, технологичного, реализованного продукта. То есть в июне 2015 года началось уже движение по строительству на экотехнопарке в городе Марьина Горка Минской области, Республика Беларусь. То есть 29 июня был заключен договор аренды и поехали, так скажем, как сказал Адриан, наш активист, активный лидер и бывший вице-чемпион по натуральному бодибилдингу. Он установил, кстати, рекорд такой вот своеобразный. 8 часов нахождения в юнибайке он вырабатывал действительно тогда энергию. Она сейчас не может быть передана в путевую структуру, потому что эта инфраструктура еще не создана. Но, дорогие друзья, в будущем это будет. И на примере Нигерии я на расширенном технико-экономическом вебинаре покажу, какой потенциал только это направление. Не говоря уже о более серьезной энергетике с использованием ветровых турбин, вырабатывающих энергию за счет энергии силы ветра, какой может быть достигнут потенциал. Об этом мы также поведаем на расширенном технико-экономическом вебинаре. И началось строительство. 1 сентября рытье первого котлована. Я думаю, что все помнят активисты сентября 2015 года, когда у нас была испытана модель 1 к 10, и далее, соответственно, началось строительство первой анкерной опоры, закладка нулевого километра, было такое очень серьезное событие, и присутствовали действительно активисты, сподвижники технологии Skyway. Тогда началось уже очень серьезное движение по строительству. Соответственно, ноябрь, декабрь, январь — это уже было возведение промежуточных опор. В январе было закончено возведение всех промежуточных опор, их 19, на высокоскоростную, совмещенную с городской пассажирской трассой. И, соответственно, далее уже началось строительство новых объектов. Что очень примечательно, дорогие друзья, это не то, что есть сопутствующие технологии, допустим,
тот же струнный, тоже струнное интеллектуальное ограждение, которое будет применено также во многих проектах, как, допустим, пограничные зоны стран и так далее и тому подобное, заводские территории, аэропорты и территории, которые должны быть защищены. Это будет применяться, это будет сформировать дополнительную капитализацию. Но самое важное и самое примечательное лично для меня, дорогие друзья, что в мае началось запараллельное строительство легкой прогулочной трассы. То есть уже в мае шло два направления параллельно. Это действительно очень серьезная работа и очень серьезная оптимизация расходов и всей деятельности научно-производственного конструкторского предприятия, благодаря, естественно, дирижированию генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. И более того, в июле, дорогие друзья, началось также параллельное строительство уже грузовой трассы. И мы сейчас можем продекларировать, обязательно продемонстрируем, что в конце февраля, максимум это март, будет продемонстрирован городской пассажирский транспорт Юнибус. Уже на ходовые испытания он будет отправлен. И летом, соответственно, это со слов уже головной компании, лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, будет продемонстрирован примерно июнь-июль уже грузовой транспорт. И более того, будет создана уже, дорогие друзья, сертификация. То есть это те этапы, которые корпорация просто обязана пройти для того, чтобы представить не только готовый продукт миру, но и готовый сертифицированный продукт. Что касается адресных проектов, то работа в этом направлении уже ведется, и мы достигли очень серьезных результатов еще до демонстрации высокоскоростного транспорта, допустим. У нас есть конкретная заинтересованность, конкретные проекты Индия, Канада, естественно, Турция, то есть прорабатывалась уже сквозь года, так скажем, где-то 2 года. Сейчас арабские страны, многие арабские страны присоединятся и так далее и тому подобное. Это невзирая на то, что ранее, и эта история вся поднимается, естественно, кто-то сменился на постах, с кем были договоренности, но до 2013 года потенциал вообще был на сотни миллиардов долларов именно по развитию адресных проектов и внедрению струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого по всему миру. И, дорогие друзья, это, естественно, также будет воплощаться. Если говорить про октябрь, то уже шла подготовка к натягиванию струн легкой прогулочной трассы. Вовсю началась работа по процессу монтажа ферм путевой структуры высокоскоростной, совмещенной с городской пассажирской трассой. И в ноябре, как я и говорил, есть масса доказательств, шикарный видеоролик, рекомендую новичкам посмотреть, это уже демонстрация машины мирового образца, мирового качества, юнибайка, который поехал. Он поехал 27-го, если не ошибаюсь, первый раз с помощью людей, которые бежали за ним, не толкали, а бежали с ноутбуком, потому что нужно было проконтролировать, а как же юнибайк все-таки поедет, и уже на следующий день он поехал абсолютно самостоятельно. Специалисты мирового масштаба, то есть из Австралии, из Филиппин, из Канады, из России и других стран, были максимально удивлены тем, что даже без предварительно напряженных струнных канатов внутри и омоноличивания путевой структуры бетоном, то есть это фактически полая преднапряженная конструкция, шумовые эффекты были минимальны. И в первый раз юнибайк поехал 25 где-то километров в час, потом постепенно 30-45, потом до 60 дошел, и уже летом мы продемонстрируем, либо раньше, когда будет полностью сформировано наполнение внутри струнного рельса, уже скорости те, которые мы заявили. То есть это больше 100 км в час. Ну и, естественно, дорогие друзья, я хотел бы отметить опыт Сергея Анатольевича, поэтому я передаю слово тому человеку, который более 16 лет вращается в проекте Skyway, не просто как наблюдатель, а как активный сподвижник
как активный инициатор многих идей и реализующий эти идеи до победного завершения, формирующего стратегии. Сергей Анатольевич, вам слово. Вечер, друзья. Как видно, как слышно. Дайте обратную связь. Отлично. Просто Алексей что-то так быстро перешел, что я даже не успел запустить перископ, как обычно. Так что это у нас трансляция идет и в перископе, и в... Сейчас, секундочку. Вот. То есть это тоже, друзья, часть нашей так, как бы такой работы по доведению информации. Мы используем и перископ, и все средства, которые есть. Я просто извиняюсь, что... Готовил. Так, сейчас. Все запускаем. О. Потому что очень много откликов идет сейчас, и ряд людей, которые следят за вебинарами уже по перископу. Вот, мы с Алексеем эту работу сейчас, ну скажем так, систематизируем. То есть мы готовим сейчас с февраля. Будем делать, скорее всего, еще на площадке Фейсбука трансляцию, для того, чтобы весь вариант можно было... Так, соглашение, почему этот клиент сразу не оговаривает договором? Так, Владимир, давайте все, это сам по вопросам, то, что здесь пишете, это юридические вопросы все, либо скидывайте вопросы, либо давайте специально формировать сейчас... ответы, которые есть, чтобы у нас не было недопонимания, потому что ответы на все вопросы сейчас есть. Вот, значит, друзья, что хотелось бы сейчас вот на чем акцентировать внимание, вот на том этапе или в той, скажем так, сегодняшней ситуации, к которой мы сегодня движемся в развитии проекта. Значит, через буквально на следующей неделе будет ровно 3 года, как мы перешли вот к такому формату работы с большим количеством, с большой аудиторией, с большим количеством потенциальных, а потом уже и реальных партнеров и инвесторов. Алексей уже озвучил цифру, что перешагнули уже рубеж за 700 тысяч зарегистрированных участников, там уже за 130, там сейчас усиленно идем к 150 тысячам. Это те, кто реальные уже партнеры и акционеры компании, которые являются уже совладельцами тех, или владельцами тех обязательств, которые выдает сейчас компания, обеспеченная интеллектуальной собственностью. И этот процесс активно-активно сейчас развивается. В том плане, что информация расходится по... сегодня по партнерам, и каждый для себя принимает решение участвовать в проекте, следить за проектом, поддерживать проект или продолжать следить за развитием проекта. И сейчас, вот как мы недавно тут с нашими активными директорами вот, такую констатировали вещь, что сейчас начинается очень интересный период, что люди, которые слышали о проекте 3 года назад, вот когда началось вот это вот краудинвестинговое система, то есть построение именно венчурной компании через именно продвижение посредством доведения информации интернета, это онлайн, проведение офлайн, то есть непосредственно живых конференций, непосредственно личных консультаций. Вот этот процесс начался 3 года назад, и он дает сейчас очень и очень интересный результат, и свидетелями, участниками этого процесса вы становитесь. То есть сегодня, вот когда неделю назад проводили конференцию в Риге, и там были люди, которых я помню и знаю с 2014 года, с первой конференции. Вот. И
Я им задаю вопрос: вот, друзья, вот вы меня знаете и вы следите, особенно те, кто уже становится приверженцами, сторонниками проекта, которые не первый раз услышали. Вот, вот вы видите, следите и участвуете уже во многих конференциях за это, следите за вебинарами. Вот вы скажите, насколько изменилась информация о том, что мы говорили с Юницким 3 года назад, вот 1 февраля провели первый вебинар, и с тем, что мы говорим сейчас. С точки зрения подачи информации, с точки зрения объяснения проекта. И люди констатируют, что ну, практически ничего не изменилось. То есть Юницкий, как я его презентации, его представление проекта слышал, там, наверное, 1054 раза, и каждый раз ну, для себя что-то новое находишь, но по сути именно основная часть, она неизменная, и она неизменная уже много лет. Это то, что касается технических характеристик, описания проекта, именно основ, на чем она основывается, технологии. Это не меняется. Но радикально, друзья, что изменилось за это время? И когда есть возможность уже не говорить о планах, о декларации, а переходить уже к демонстрации, это совсем решение. Насколько себя чувствуешь по-другому, когда показываешь, рассказываешь вот то, что Юницкий показывал 30 лет назад, то, что 20 лет назад, то, что в Озерах показали 15 лет назад, вот то, что делалось 10 лет назад, вот то, что декларировалось 3 года назад, а вот что, друзья, сделал. Начинается уже совсем другой отчет, и этот отчет начался именно непосредственно с самого строительства экотехнопарка, потому что, когда говорят, когда он начнет работать. Ну, я вам по секрету другую могу сказать, друзья, что он начал работать вообще с момента начала своего существования, когда был танковый полигон, изрытая земля, заросшая кустарником, и которая начала очень быстро превращаться уже именно в научную площадку, в демонстрационные стенды, в испытательные, соответственно, цеха. Все это как раз происходит все на наших глазах. И здесь, друзья, уже именно... Так, так, так. Сейчас, секундочку, секундочку. Вот, у нас тут пассажиры. Это самое, будущие пассажиры Skyway тоже хотят участвовать в вебинарах и постоянно мне в чем-то помогать. Когда не пускают, прям до крика такой. Потому что интересно, с кем же папа тут разговаривает, сидя перед компьютером. Вот, поэтому это такая своеобразная работа. Да. Вот. И, друзья, как раз вот сегодня мы подошли к этапу и подошли к моменту, когда затем тем, что декларируется, уже начинается демонстрация. И мы не раз говорили и задают вопрос, а когда будет построен экотехнопарк? Юницкий на это отвечал неоднократно. Могу еще раз акцентировать, что, друзья, никогда, во всяком случае, в ближайшие 100 лет точно не будет закончен. Потому что эта работа имеет начало, но она не имеет конца. Так же, как и развитие авиации. 17 декабря 1903 года полетел первый самолет, это самолет братьев Райт, но уже через 5 лет начались мировые гонки, через 10 лет самолеты уже участвовали в боевых действиях, и развитие авиации шло и идет беспрерывно. Возникают новые поколения авиации, возникают новые возможности, поэтому этот процесс идет бесконечно. Когда можно сказать, остановится развитие авиации? Тоже, наверное, можно сказать, никогда. Вот. Хотя с точки зрения подхода, об этом мы с вами на расширенном технико-экономическом вебинаре поговорим, что эти птеродактили цивилизации, они уже отжили свое, и сегодня должна прийти новое цивилизационное развитие, именно технологическое развитие, отвечающее сегодняшнему времени, и как раз именно Skyway и Transnet это то, что придет на замену очень много сегодня отжившим уже технологиям, которые значит, превращаются в тормоз, а еще больше в угрозу уже развития самого человечества цивилизации. Но это мы с вами во второй части, я немножко на этом акцентирую внимание. Так вот, друзья, экотехнопарк начал свою работу фактом существования запуска, но именно с такой наглядной демонстрацией, когда, если говорить языком технологического развития, когда технология вышла из эмбрионного состояния, то есть когда она развивалась внутри, когда она вышла уже и стала очевидным, это 29 ноября, когда был продемонстрировано первое движущееся уже не макет, не модель, а именно действующий образец, это юнибайк в экотехнопарке на легкой трассе, и с этого момента
Экотехнопарк начал работать уже по тому назначению, для чего он создан и что он еще нам будет постоянно показывать. Это перевод декларации, то есть когда показываются и сначала декларируются возможности, которые есть, они переводятся в демонстрацию. И вот 29 ноября началось с демонстрации легкой прогулочной трассы, как мы ее изначально называли, то есть Unibike, но по этой же трассе сегодня она без предварительного напряжения, то есть она сегодня проходит испытания именно когда работает сам корпус, как предварительно напряженная балка, вот, соответственно, неразрезная балка, являющаяся путевой структурой. Дальше, когда будет закачан бетон и будет напряжение дано на струны, соответственно, эта трасса начнет работать уже как полноценная. Дальше она начнет уже, покажет возможности, что по ней будет действовать, двигаться уже не просто легкий юнибайк, а уже и более тяжелая городская машина, уже городской микроавтобус. В сегодняшнем исчислении или понимании это пассажирский юнибус 14-местный, который сегодня сконструирован, сделан и изготовлен именно в логике городского лифта, который позволяет абсолютно все пробки убрать в городов. И именно с этой целью путевая структура сконструирована и изготавливается таким образом, что она показывает прямой участок 800 метров с пролетами через 40 метров и возвращается обратно после разворота. Все репортажи эти есть уже с пролетами 200-400 метров. 200-400-200 метров, а сегодня уже проектируются пролеты 800 метров, 1,5 километра, и в принципе уже готова расчетная база для того, чтобы дать 3 километра и более. Это, естественно, для того, чтобы решать все городские проблемы, то есть переходить препятствия, переходить авиадуки, переходить крупные трассы, переходить линии электропередач, водные препятствия, для того, чтобы проходить уже над рельефами, которые сегодня являются основным препятствием для строительства дорог. То есть это как раз уже полная демонстрация именно городской машины, которая позволяет сегодня уже инженерной школе Skyway утверждать, что мы можем декларировать о том, что все проблемы сегодняшней цивилизации, связанные с урбанизацией, с городами, с пробками, может быть решена. И это уже не просто слова, а это то, что это уже не просто декларация, друзья, чтобы вы всегда это понимали, а это то, что сегодня подтверждается уже именно натуральными испытаниями и строительствами в экотехнопарке. И та легкая городская трасса, которая родилась уже как, ну скажем так, она стояла в концепте развития не на первом месте, но именно опыт и общение с заказчиками, с тем, как развивается, сегодня позволил сделать выводу конструкторскому бюро и Юницкому как генеральному конструктору о том, что это полноценное четвертое направление, то есть сначала проектировалось и изготавливалось именно эстакада для разгонного скоростного модуля, подвесного городского в низкоскоростном, это 150 км в час режиме, и, соответственно, городской грузовой системе, позволяющей перевозить сыпучие грузовые грузы до 50 миллионов тонн. Это то, что сегодня монтируется. Но по мере развития, это я вам, друзья, уже про экотехнопарк рассказываю, кто в первый раз слышит или кто не так систематизирует свои сегодня представления о нем. Дальше было принято решение строить легкую городскую систему, и она сейчас уже проходит испытания. И как показывал вот репортаж Кириченко Михаила с Анатолием Ильичем Юницким, который вышел вот 11-12 января, это то, что сейчас идет монтаж и грузовой трассы для сыпучих грузов, которые позволяет уже в перспективе декларировать, сначала декларировать, друзья, и мы всегда это будем, сначала декларация, потом демонстрация. И это декларировать и потом уже перевозить грузы до 200 миллионов тонн, это по мощности сегодня 2 трансиба. То есть сегодня с технической точки зрения это, конечно, очень значимые показатели, которые отводятся для транспортной системы. Соответственно, четвертое направление, которое сейчас активно развивается и делается, это легкая городская, но, как уже показывают расчеты, и это тоже будет продемонстрировано этим летом, то, что это
городская система. Это легкая система, когда будет юнибайк заменен на грузовую систему для перевозки либо контейнеров, либо сыпучих грузов, либо воды, то, что сегодня стоит актуальным вопросом, то эта грузовая трасса может уже вот в этом исполнении перевозить до 30 миллионов тонн в год. Это, друзья, очень существенные показатели, с учетом, что это строится очень быстро, экологично, технологично и с низкими затратами. Вот, поэтому на сегодняшний момент конструкторское бюро, инженерная школа Skyway, вот, которую сейчас активно развивает инженер Юницкий, и, соответственно, коллектив, который работает по обеспечению работы, это инженерное обеспечение, это финансовое обеспечение, это юридическое обеспечение, сегодня вышел на то, что мы активно ведем уже переговоры по, и вы, кто отслеживает, видели, кто нет, я просто сейчас могу добавить, что сейчас ведутся переговоры с десятками и десятками правительств и компаний по всему миру. Нет ни одного континента и ни одной группы стран, где сегодня эта работа ведется. Там какие-то страны выходят в лидеры, то есть когда мы думаем, что вот-вот уже подходит, мы так работаем с Австралией, которая постоянно нас радует новыми, скажем, там, продвижениями, новым, потому что там есть активный наш союзник, сторонник, соратник, партнер и по бизнесу, и по Skyway, это бывший руководитель департамента транспорта Южной Австралии Род Хук. Он возглавляет сегодня управляющую компанию Skyway Австралии. И вот по последним новостям, которые идут из Австралии, что он активно уже приступает к системе уже подготовки сертификации в Австралии по британскому праву. Это, конечно, очень серьезный такой показатель и очень серьезная работа нашего партнера, который активно продвигает Skyway. Так вот, друзья, сегодня можно четко констатировать, что та система, которая запустилась и начала активно работать 3 года назад, она сегодня дает результаты. Благодаря этому идет строительство 4 направлений, идет сегодня уже у Skyway собственное производство на порядка 5-10 тысяч машин в год. Вот. Хотя я думаю, что Анатолий Иванович меня поправит, я думаю, что на этом производстве можно и больше машин выпускать в год, и это уже собственное производство. Сейчас активно идет его модернизация и подготовка уже к первым серийным выпускам, а на сегодняшний момент идет изготовление уже целой линейки подвижного состава, и вот как Юницкий нам показал, в январе, в начале января, о том, что сейчас уже идет изготовление юнибуса в 6-местном исполнении, в 24-местном исполнении, идет сейчас подготовка уже к демонстрации поезда, то есть на электронной сцепке подвижного состава, идет изготовление уже грузовых вариантов, и, друзья, мы увидим еще десятки, десятки и десятки, соответственно, вариантов, которые будут происходить, которые мы сегодня увидим. И это как вариантность авиации, как вариантность автомобилестроения, вариант подвижного состава будет, конечно, огромное количество. Еще что, друзья, очень важно сейчас сказать, и этот вопрос мне постоянно задают, то есть связанный с IPO, с выходом, с биржами. Вот. Сейчас, друзья, ну, скажем, как будет дальше развиваться. И здесь можно сейчас четко сказать, что, друзья, мы с вами идем абсолютно в новой эпохе, в новое время. Это время интернета. Невозможно было бы организовать ту работу, которую мы сейчас с вами делаем, если бы не было у нас такой технической возможности вести вебинары, общаться по скайпу, по электронной почте, подключать, соответственно, интернет-банкинг, использовать в нашей работе криптовалюту, с которой мы активно работаем. Вот, то, что касается именно уже и расчетов, и участия, ну, то есть в данном случае с биткоином. Все это, друзья, было бы невозможно, если бы пятый технологический уклад, если бы интернет, как мы его называем, наш младший брат, не дал такую возможность. Поэтому, друзья, конечно, мы ориентируемся, и вы видите, мы ведем переговоры и с экспертами сегодняшних биржевых площадок. Вы видите, у нас активный наш партнер Виктор Тарасов, который ведет целые курсы, тренинги по именно по инвестированию, по сегодня традиционному финансовому рынку, который работает. Мы ведем сегодня работу с теми, кто работает уже с технологией блокчейна, то есть криптовалют и электронных платежей. И, друзья, я могу сказать, что то направление, которое сегодня активно развивается, и то, как сегодня пользователи интернета становятся больше и больше, и личный кабинет становится серьезным инструментом инвестирования –
то здесь, друзья, мне не надо быть пророком и не надо быть большим прогнозистом, сказать, что в ближайшие 3-5 лет оборот акций, привлечение инвестиций, развитие конкретных проектов, не только нашего, вообще мирового, он все больше и больше будет уходить в интернет. Потому что это очень удобный инструмент, который позволяет объединять миллиарды людей. И в этом плане мы тоже четко идем в ногу со временем. Мы рассматриваем сегодня и уже введение параллельных реестров по технологии блокчейна, и прорабатываем вопрос выпуска своей криптовалюты для обслуживания именно конкретных адресных проектов. И все это направлено на то, чтобы те возможности, которые дает интернет, и которые активнейшим развиваются вообще в мире, чтобы мы их все больше и больше использовали в своем проекте. Ну, друзья, у нас традиционно между первой и второй частью небольшой перерыв. Алексей дает вводную часть, и мы, друзья, не попугаи для того, чтобы рассказывать одно и то же. Мы за вот этот год, когда мы оттачиваем именно механизм подачи информации для новичков, хотя это и полезно всем, то есть мы отработали очень интересный и такой четкий, как вы видите, уже слаженный, именно алгоритм подачи информации с использованием именно слайдов, что было, что стало, какие цели, какие задачи, в какой последовательности. Это, друзья, очень большая серьезная школа, потому что это позволяет сегодня очень уверенно и быстро общаться с инвесторами любого уровня, с чиновниками любого уровня, соответственно, с бизнесменами любого уровня. Вот, поэтому мы сегодня активно ведем переговоры, опять тоже с различными, и как только это будет выходить уже на конкретные осязаемые вещи, то вы от головной компании, от людей, которые принимают решения, вот, вы как раз будете это слышать и все это видеть. Мы со своей стороны, именно как эксперты, как именно топ-менеджеры, которые занимаются построением системы, которая обеспечивает развитие компании Skyway, обеспечивает развитие финансирования экотехнопарка, мы можем сказать, что эта работа ведется самым-самым активным образом, и мы уже на вопрос, где сегодня планируются проекты Skyway, можно сказать, что легче назвать там, где они не планируются. Вот, поэтому этот процесс сегодня... Так, этот процесс сегодня уже остановить, ну, наверное, практически невозможно. Друзья, на этой стадии обычно, вот я говорю, что тем, кому проект не интересен, я прощаюсь с вами, то есть встретимся уже либо в Юнибайке, либо в Юнибусе, когда вы будете уже пользователем работы. Но а для тех, кто с нами, еще очень обязательно всегда помнить одну мысль, которую мы доводим, которую мы реализуем, что то, что для многих является несбыточным будущим, для нас это сегодня уже реальность, то, что мы сегодня делаем. И за последние 15 лет мир изменился до неузнаваемости. Кто будет меня в этом разубеждать, я не поверю. Так вот, вы должны сейчас понять, что то, что мы делаем, мир изменит более радикально, чем интернет. Транснет – это более такая сегодня цивилизационное изменение вообще в жизни каждого человека, чем то, что дал интернет. Как и что мы это будем рассказывать, показывать, объяснять и, соответственно, менять вместе с вами то, что сегодня происходит. Потому что то, что сегодня необходимость в технологии, которая уберет пробки из городов, которая изменит экологию, перестанет сжигать нефть, которая изменит почву, которая сегодня отравлена, которая даст соответственно, условия для развития целых регионов и территорий, это как раз то, что мы с вами создаем, и это то, что для нас уже сегодня, друзья, реальность. Давайте небольшой кофе-паузу. Обычно в это время мы показываем очень последние новости и самые важные репортажи, которые идут. И через буквально несколько минут мы с вами продолжим уже на расширенном традиционном технико-экономическом вебинаре по средам, который ведем мы с Алексеем Суходоевым, вот, соответственно, для тех, кто в проекте Skyway, и для тех, кто является, друзья, партнером, и тот, кто его активно продвигает. Все, друзья, небольшой перерыв. Вот проблема с воздухом, да, ведь у нас такая загазованность, такое количество транспорта в последнее время появилось, ну, на наших дорогах. На наших дорогах, и мы все страдаем, и это действительно экологическая проблема.
Это и социальное, и транспортное, и это все. Есть вообще какие-то вот разработки, есть, как есть, это можно преодолеть? Есть, есть. Вот сегодня и наша общественная палата, и Общероссийский народный фронт, и общественная организация Академия наук занимается этой темой. Недавно было большое совещание общественной палаты, ЙОФы Григорий Адольфович организовал. И докладывает и мэр нашего города Геннадий Бахарев, и другие специалисты, что город забит, дышать не... Ну, предложения какие? Кольца там где-то добавить, светофоры добавить, какие-то меридиональные, ну, понятно, и все. Это все. Но мы же видим, что не решит эта проблема, тем более нашего Симферополя, зажатого в узких улицах и так далее. Возникла очень интересная идея, она сегодня обсуждается во всем мире. Это Skyway, это струнный транспорт. И специалисты, разработчики... Они любят Крым. Из Минска прибыли к нам и доложили это и на общественной палате. Предложили, и доложили нашему главе республики Сергею Валерьевичу о том, что есть такое решение. Сегодня они провели выставки в Минске, в Москве, вот в Берлине. И сегодня идет аттестация этого транспорта струнного, который позволит и между городами носиться с большой скоростью, и в городах, и грузы перевозить и так далее. Очень амбициозный проект. Краснодар. Это быстро, быстро и экологически чисто. Экологически чисто. Не на топливе работает. Не на топливе. А это на электроэнергия. Ага. Электроэнергия, аккумуляторы, которые могут заряжаться и от солнечной энергии, от какой угодно. Главное, что настолько все продумано, что небольшими усилиями по струнам транспорт может бежать между городами со скоростью 400-500 километров, в городах 100-120, ну а уже там, где надо, можно и поменьше. И вот что самое важное, генеральный директор и конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович, он любит Крым. Ну и не могу, так сказать, не рассказать о некоторых преференциях крымчан перед другими регионами, потому что сегодня там... И в чем же они? А в чем они? Дело в том, что у него любимая теща живет в Новофедоровке. Серьезно. И его дети любят отдыхать здесь, в Крыму. Да. И его супруга наша, крымчанка. И поэтому у них есть вот такая мечта. У Новофедоровки есть большая преференция, что с нее начнется. Сделать струнный транспорт, начать в СНГ, прежде всего с Крыма. Миллионы туристов, красивый транспорт, современный транспорт, мчащийся курортом от аэропорта и так далее. Это действительно голубая мечта, почему называется Skyway, это небесные дороги. Вложил он в это много сил, средств, но сегодня проект финансируется народом планеты Земля, потому что выпустили акции, и сегодня 500 тысяч акционеров всего мира, от Латинской Америки, Австралии, Африки, Европы прежде всего, но и крымчане из Севастополя остались не в стороне. Сегодня более 2000 инвесторов крымских, которые вложили, кто скромно там 100 тысяч рублей или 50, а кто-то из 100 тысяч долларов, если ну, такие. Да. Поэтому проект кошки. Очень интересный. Поэтому если мы создадим соответствующую здесь, ну, такую ауру поддержки, моральной, административной и так далее, ну, надо дать должное, что вот Сергей Валерьевич, после того, как доложили эту тему ему, буквально дал поручение вот мне, как президенту Крымской академии наук, съездить в Минск, увидеть этот полигон, побывать в этом технопарке, и я все это увидел, и, конечно, доложил о том, что это действительно не просто там... Стоит того. Стоит того. Mm-hmm. И потому что там уже сегодня вот Индия приехала с большой делегацией во главе с первым замом министра транспорта. Нам надо это все делать. Турция, 10 городов, мэр городов, нам надо это делать, потому что все города в мире задыхаются от транспорта. Совершенно верно. Есть решение. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в экотехнопарке Skyway в Мариной Горке, где творятся великие дела. Нашим сегодняшним собеседником является руководитель организации строительства закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Сергей Викторович Зайко. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день.
пожалуйста, оправдайте мое обещание о великих делах. Все-таки, что сделано за неделю, которая прошла с последнего репортажа, когда нашим экскурсоводом был сам Анатолий Эдуардович Юницкий, что сейчас делается, ну и какие ближайшие планы? Великие дела, они действительно делаются и вершатся. На протяжении прошедшей недели был смонтирован очередной пролет высокоскоростной фермы. Значит, и сейчас параллельно ведутся работы по устройству, значит, разворотного кольца на легкой путевой структуре. Это вот мы как раз сейчас с вами и находимся между двух анкерных опор, и это разворотное кольцо, как я понимаю, прямо располагается за нами. Что вот это? Расскажите профессионально. На сегодняшний день забетонированы фундаменты под разворотное кольцо, и на них смонтированы металлические стойки, которые в последующем будут забетонированы бетоном. Значит, на этой неделе уже планируется поступление металлических балок, которые будут смонтированы выше, и к ним будет смонтирована на них ферма, соединяющая две путевые структуры, полужесткую и провисающую. То есть, как я понимаю, я-то понимаю, но объяснить всем нашим зрителям, это будет кольцо, соединяющее низкую и высокую часть легкой линии. То есть тот участок, где будет всего лишь две промежуточные опоры. Да, это кольцо, оно, будем говорить, два кольца, которые будут с одной и со второй стороны, и они соединят две легких путевых структуры, то есть полужесткую и провисающую. Спасибо большое, желаю вам всяческих успехов, потому что, ну, время Че приближается. Очень рад, что у вас такое прекрасное рабочее настроение. Призываю всех оставаться в таком же, поддерживайте наш проект. Следите за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvedefisystems.com. Подписывайтесь на наш канал YouTube и всегда улыбайтесь. Строй SkyWay! Спасает планету!